На территории Казанского университета существует множество памятников, мемориальных табличек и других исторических объектов. Теперь вот к их числу добавился еще один. В университете существует традиция в честь дня рождения делать самим себе подарки. В этот раз руководство сделало такой шуточный презент, поместив во двор главного здания кота, ученого. А в этом году, в какой-то степени шуточный подарок, сейчас мы откроем, это персонаж из общеизвестной произведения Александра Сергеевича Пушкина. И на улице Баумана находится казанский кот или кот казанский, то у нас будет кот ученый. Да? Скульптуру установили у входа во двор главного здания. По словам ректора, это отличное место, так как многие прохожие, как студенты, так и работники вуза, могут увидеть эту скульптуру. Как пошутил ректор, скульптура поможет студентам сдавать экзамены и сессию, а также ученому совету проводить свои заседания. Лев Диденко, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.